Привет, с вами Питер Гриффин, вы смотрите... На нашем канале ваше любимое шоу в их природной первозданности. Ах, нынче все каналы будто заодно. Насилие и секс в новостях и в кино. Неужели устарели совесть и мораль, которыми всегда гордился я? Одно у нас убежище — семья. Нам, право, одиноких очень жаль. Скажем вам, друзья. Вот черт! Питер, ты в порядке? Нет, позови кого-нибудь на помощь. Мэм, вы в порядке? Не могу дышать. О, боже, кажется, у нее легкая пробита. Вот черт, вы посмотрите на мою ногу, уже опухает. Чувствую, отлично предстоит неделька с опухшей-то ногой. Знаете, по-моему, надо бы уже выключить камеру. Пьяная устрица. За Питера, вернувшего себе пальцы. Спасибо, Джо. Надо признаться, так хорошо мне не было с того дня, когда я нашел, куда спрятать порнушку. Хорошего тебе дня, милый. Привет, Грег. Добрый день, мистер Гриффин. Миссис Гриффин, нет дома? Магазине. Доступ открыт. Шлюшки. Хороша. Ребята, не хотите сходить позавтракать куда-нибудь? Боже, ну не знаю, рогатый чувак, сейчас же 3 ночи. Вот отстой, совсем спать не хочется. Квагмир, не хочешь? О, боже, прости, друг, ты в порядке? Нет! Я его не видел. Ну что, берешь свои слова обратно? Брайан, она роскошна. Так, ты с ней познакомился, теперь вали. Да ни за что, из какой стати ты ее стесняешься? Боже мой, Брайан, я смотрела передачу об одном парне по имени Гитлер. Его надо срочно остановить. Ее родители были братом и сестрой. Да не мог бы уже уйти отсюда. А, теперь ясно, она тупая. Ну, у нее такая огромная грудь, что можно катать по ней машинки, словно по горам. Или что там взрослые делают с большой грудью? Заткнись, это вовсе не так. Джиллиан, отличная тут обстановка. У тебя одна спальня и одна ванная? Нет, у меня целая квартира. О, боже, потрясающе. Привет, Брайан, как прошло соитие с твоей девушкой-идиоткой? Думай, что хочешь. Ты не знаешь Джиллиан так, как знаю ее я. Признайся, Брайан, она тупее книжных докладов в Бостоне. Для доклада я выбрал книгу «Оливер Твист» Чарльза Диккенса. Имечко дурацкое, но книжка ничего так. Чтоб ты знал, Джиллиан очень умная. К тому же она хороший фотограф. Не гони, все красивые девки, которые умеют нажимать кнопку спуска на фотоаппарате, считают себя фотографами. Ой, ты сделала черно-белый снимок шезлонга и проявила его в ларьке. Какая ты умная и талантливая. Сгинь. Нет, мне интересно, о чем вы разговариваете? Много о чем. О еде. О новых чехлах, на сиденье ее джеты. Об... алчных экстремалах. Ты ненавидишь MTV? С травой потянет. Слушай, я не обязан перед тобой оправдываться. Главное, что нам с Джиллиан хорошо, мы друг друга веселим. Хорошо, последний вопрос. Она смеется сама по себе или только когда ты смеешься? Я так и думал. Доброе утро, Лоис. Будь добра, прочти и проверь нумерацию. Питер, ты отксилил свой член? 300 штук. Это книга-мультик. Пролистай, или ты уволена. О, боже, какая мерзость. Питер, последний раз повторяю, я не буду заниматься с тобой сексом в этом кабинете. Почему ты так настаиваешь? Потому что я уже написал об этом письмо в пентхаус, а я не хочу прослыть лжецом в порно-журнале. Ну ладно. Согласна на 30 секунд поцелуев, и ты заткнешься. Там разберемся. Слушай, а это заводит. Да, я же тебе говорил. Боже, Питер, давай сделаем это прямо здесь, прямо сейчас. Лоис, подожди. Опи здесь. Пусть смотрит Питер.
штуки. Какой ты серьезный. Да, Джиллиан, нам нужно серьезно поговорить. О чем? Я просто хотел немного побыть с тобой. Какого черта? Ты ее бросал 3 часа. Ну, не совсем. А что ты тогда там делал? Что это за запах? Пахнет потом, злостью и стыдом. Взрослым быть непросто, да, Брайан? Точно.